Всем доброго времени суток, друзья. Я вас приветствую. Представляю вашему вниманию тонкослойное декоративное покрытие торговой марки Fadal Elegant Farm. В ролике вас ждет подробный мастер-класс по нанесению от А до Я. Так что устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, вам понравится. В первую очередь стоит подготовить поверхность. Вот, начну я с промежуточного слоя в виде подложки. Это будет в данный момент Inland Latex 7 торговой марки Fadal. ТР-база предварительно заклеирована вот такой вот темно-графитовый цвет. Вот. Наносить я ее буду при помощи валика. Ну, в общем, смотрите. Итак, вот такого цвета будет подложка. Вот, она сейчас находится на стадии сушки. Я на всякий случай закатал две. Вот, мало ли что не получится. Вот, даже три обманываю. Вот третья. Жду до полного высыхания. Итак, материал, который будет использоваться, это будет Elegant Farm от торговой марки Fadal. Вот, предварительно заколерован вот такой вот темно-серый цвет. Вот. Сейчас я его буду переносить вот на вот эту поверхность, заранее уже выкрашенную в цвет финишного покрытия. Наносить материал я буду кисточкой. Вот, постараюсь сделать один очень такой вот достаточно тяжелый рисунок. Вот, это будет всплеск. Работать я начну с центра, чтобы рисунок более-менее был равномерный и симметричный. Так, декор нанесен, вот он. Жду теперь до полного высыхания, и потом покажу, что получилось на выходе. По-моему, симметрия весьма неплохо выдержана. Вот. Вот блеск в центре получился. В общем, высохнет, я вам покажу, как оно выглядит уже на выходе. Итак, результат. Вот такое вот красивое, изящное покрытие по типу Сахары. Получилось модулировать при помощи декоративного покрытия Elegant Farm торговой марки Fadal. Вот. Такой вот интересный, красивый всплеск получилось сделать. Thank you.
Ну а на этом пока что все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр, за проявленное терпение во время просмотра. Возникнут какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. А пока что, пока-пока, до скорой встречи.